Приветик, мои дорогие подписчики! Мы с вами на канале Болтушка-Веселушка. И сегодня, конечно же, Россия против зомби. Моя наилюбимейшая игра. И, к сожалению, когда я захожу в магазин «Растения против зомби», мне показывают очень много всего классного за 30 тысяч. За 30, еще за 30, и, в общем, за 10. И, короче, нет, они мне не сыпятся. Мне их приходится зарабатывать. У меня, между прочим, 4480, это меня совершенно, абсолютно не устраивает. Но зато меня устраивает мой дзен-сад. Вы только посмотрите на это чудо из чудес. У меня тут всего, просто всего. Посмотрите, кого я заработала, чтобы накопить свои копилочки и, конечно же, купить то, что вы всегда мне говорите. Поэтому я бужу сейчас мою красавицу, даю ей вот такую вот шоколадку и начинаю поливать. У меня тут шоколада целая толпа, целых 9 штук. Ах, что бы я сделала, если бы у меня было 9 настоящих шоколадных. Короче, все бы съела, никому бы не оставила. Но приходится с водичкой иметь дело. Приходится всех быстренько поливать. Кстати, вот мне вот прямо сейчас очень даже не помешала бы леечка, да. Волшебная золотая леечка, которая поливает одновременно абсолютно все растения. Потому что это занимает просто сумасшедшее количество времени. И я ничегошеньки не успеваю. А монеты мне нужны. Монеты мне нужны, реально нужны мне монеты. Вы посмотрите, только одних полила, уже следующие пить хотят. Так быстро я еще не поливала. Просто молниеносно. Так, еще и еще. Ох, а теперь музыка. Так, во, отлично. Супер. Кому музычку поставить? О, орешку музыку. Кому еще музыку? Вот, цветочку музыку. И моему грохострельчику музыку. И вот этому красавчику музыку. А все, больше никому? Ладно, будем выращивать. Вот, 2 бриллианта. Обалдеть, уже 7000, вы представляете? Просто, просто невероятно. Может быть, я и куплю последнее растение в этой игре. И куплю его быстро. Куплю его молниеносно. Так, подождите, воды уже никто не хочет. Хотят мои тыковки расти. Смотрите, как здорово. Ой, здесь, по-моему, никто расти не хочет. Во, класс. Так, а этого попшикать нужно. Отлично, и еще поливать. Кого там еще поливать? Вот, еще тыковку полить. Еще вот этого А, вот, смотрите, пню нужна музыка. Вот он дает. Ай, цветочку нужна музыка. Но это все, конечно, хорошо. У меня уже целых 7000. Но мне нужно прикупить вот это. Еду. Еду для моих растений, да. Я покупаю еду и кормлю. Вначале растет мой фонарик, ребята. Вы только посмотрите, как все выросли. Это просто нечто. Это потрясающе. А если они выросли, значит, они дадут мне больше, больше, больше монет. Мне нравится мой дзен-сад. Мне нравится, что тут уже 8000 монет. Я иду в меню. Знаете для чего? Для того, чтобы заработать еще больше монет. В этом мне помогут, конечно же, мини-игры. И у меня мини-игра «Размажь зомби». Надеюсь, что она не сильно тяжелая. Кажется, она будет тяжелая. Я уже это чувствую, ребята. Слушайте, а мне что, только размазывать? Ничего себе! А если я не буду успевать их размазывать, что я буду делать? Так, и что, больше никто? О, солнышки, смотрите, здорово. Так, мне нужно выкапывать потихоньку. Что? Так нечестно. Так, понятно, уже быстрее это все начинается. Так, съедаем. Не-не-не-не-не-не-не-не. Вот тут потихоньку надо съедать, иначе мне не повезет. Так, отлично, еще, ну, вылазь. А, это новенькие. Так, хорошо. И вот здесь. Отлично, ребят, пока что мне везет. Размажь зомби, мне игра очень даже нравится. Хотя у меня есть, кстати, запасные газонокосилки. Это очень хорошо. Ай, да почему же они постоянно появляются? Это нечестно. Я вот ни на что
что не трачу только на могиловыкапывателей, честно говоря. Ну вот, где еще солнышки? Мне нужны солнышки. Хе-хей! Я же больше ни на что не трачу. Могиловыкапыватель, погнали. Вот, классно. Ай-яй-яй-яй. Ого, это быстро. Это быстро, ребята. Это быстро. Хорошо, нет, есть мы не будем ничего. Так, отлично, хорошо, замечательно. Так, еще бы мне солнышек. Ребята, да ну вас, да ну, я не смогу с такой скоростью. Так, солнышки, солнышки, где же вы? А, это тот случай, когда ждешь солнышек быстрее всего на свете. Так, по-моему, нет, все, я с ними пока что справляюсь. Еще один могиловыкапыватель. Эй! Так, все плохо, все плохо. Эй, они стали намного быстрее. Так, только мне этого не хватало. Так. Все, ребята, я не успеваю. Нет, не будет этого. И опять появляются. Вы только посмотрите, это же нечестно. Так, стоп. Так, отлично. Попали. Хорошо, солнышки, набирайтесь, у меня уже рука болит. Это сложно. Так, подождите. Что еще? Да нет, это нереально, ребят, честно вам скажу. Так, стоп. Так, вот тут нужно побыстрее. Это ужасно. Нет, сюда. Так, могиловыкапыватель, хорошо. Есть, мы еще не потеряли ни одну газонокосилку. Давай. Я боюсь, что я не успею. Ребята, это ужасно, но я не успеваю. Так, вот тут у меня просто ужас какой-то. Так. Ого, они идут и идут. Так, мне нужен могила выкапывать. Все, я тут газонокосилку потеряла, ребята. И сверху потеряла. Какой кошмар. Ну, я продолжаю ничего не успевать. Так, вот тут вот надо быть осторожной. Вот эта вот волна. Так, мне здесь надо. И сверху мне надо. Есть. Так. Ай-яй-яй. Здесь еще одна газонокосилка есть. О, я успела. А мы открыли новую игру. Мы открыли трофей. Мы, конечно же, заработали монеток. Кстати, вот мне интересно. Смотрите, мы не просто монеток заработали, мы еще и новое растение заработали. А сколько монеток? 10 тысяч, ребята, уже 10 тысяч. А сколько же стоит последнее растение? 30 тысяч. Это много, это реально много. Надеюсь, что растение, которое мне сегодня попалось в этой замечательной игре, оно будет из этого дзенсада. А не к нему нужно еще покупать один дзенсад. Я просто этого не вынесу. Так, ну что, покажись. Я хочу посмотреть. Мои подписчики хотят посмотреть, что это за растение такое. Ну, пожалуйста, ну покажись. Ну же, я попою тебя еще водичкой, и ты 100% покажешься. Я в этом уверена. Ох, как долго. Ну, что за раздумья. Вот, уже две монетки. Ну, еще один разочек, и я покормлю тебя. Смотри, как вкусно. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Сама бы ела. О, отлично. Так, еще. Кому чего еще дать, чтобы монеточек побольше нам собрать. Целое стихотворение получилось. Ну, пока... О, все. Ну, угадывайте, из какого дзенсада? Я думаю, из моего дневного дзенсада. Те, кто написали, что это вырастет гриб, становятся сегодня победителями-угадывальщиками. И передаю им всем привет от Болтушки. Ну что ж, друзья, грибы у нас спят. У нас много грибов, и нам бы, конечно, все дзенсадики получить. Но, к сожалению... О, смотрите, у нас 11 тысяч монет уже. 11, это хорошо, но нам надо еще. Может быть, сходить вот сюда... Здесь можно что-то повыбирать. Кстати, и здесь я могу проходить вызовы. Только вот, ну да, один вызов я могу пройти. Один из подписчиков мне сказал: «Болтушка, сможешь ли ты пройти миссию, используя исключительно грибы?» Но, ребята, я принимаю вызов, потому что вот этот могилоед,
и вот этот могила, магнитогриб, это два грибочка. Солнышко, подсолнышко у нас, конечно, не грибочек, но я ее использовать не буду. Да, места оно у меня много занимает, но я сейчас буду брать одни грибы. Наберу грибов побольше и пойду в настоящее грибное сражение. Вот даже не буду кабачка брать. И возьму ледогриб. Кто у нас еще здесь гриб? Вот возьму вот этого грибочка, хотя он очень дорогой. Кого бы мне еще взять из грибов? Так, вот у меня гриб и вот. Ай, мне бы гипногриба. Давайте мы вот так сделаем. Возьмем гипногриб. Ну что ж, по-моему, тут одни грибы. Если честно, я взяла так, как вы просили. И попытаюсь пройти этот уровень на грибах. На грибах. Ой, что-то мне это не нравится. Солнышко, подсолнышко, я обещала не сажать. Будем стараться, как можем. Давай, маленький грибочек, вы сейчас как пойдут, и можно будет уже все, попрощаться со всеми. Давай, 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 давай. Сейчас мы вас посадим. Вот уже один пошел. Так, и мы его садим вот сюда. Отлично, малыш грибочек. С ним справиться очень быстро. Зачем я его покупала? Сейчас вылезет откуда-то другого места зомби. Так и знала. Ну ладно, ничего страшного. Давайте, мне солнышки нужны. Ну что же это такое? Ну это просто какая-то катастрофа. Еще солнышки, ну же. Ну же. У меня две волны зомби, скорее всего, из этих могилок побегут зомбачки. Вот что-то мне так кажется. Так, ну что, кого еще садить? Никого я садить не буду, я буду ждать моего солнечного грибочка. Вот его мне нужно, конечно, посадить и посадить. Так, еще один зомбачок пошел. Нет, солнышко я садить не буду, я обещала. Вот так. Ну еще чуть-чуть. Давай, вот, отлично. Так, давайте вот тут вот уже защиту будем ставить. Бум-бум-бум. Ах, жалко, что только с могилками могилоед справляется. Но ничего. Я думаю, мне повезет. Надо вот от этого могилоеда избавиться. Так, ой, не от могилоеда, а от могилки. Отлично. Так, там маленький грибочек. Там. Вот, хорошо. И еще один грибочек. Отлично. У меня тут целая толпа грибоков. Ну, давайте, грибочки, давайте, давайте. Я уже должна... Все, тут я уже досадила, высадила, пересадила. Еще сюда кого-нибудь. И можно будет еще что-то придумать. Вот, например, вот сюда посадим. Ой, монетка у меня появилась. Так, надеюсь, что мне повезет. Сейчас как танцоры пойдут, тут уж не до везения будет. Так, еще один могилоед. Ай, маленький грибочек справляет. Во, вот здесь уже с маленьким грибочком не справится, я уже чувствую. Но мне уже нужно хоть какой-то гриб сюда посадить. Давай. Надеюсь, ты справишься. И вот так. Вот у меня три грибочка. Посмотрим, как справиться с вот этим вот. Давай, давай. У меня же здесь вообще никого. Так, хорошо. Давай, давай, давай. Есть, справились. Смотрите, вот мне сюда типа нужно теперь садить маленького грибочка и большого гриба. Вот. Теперь мы ждем ситуацию. А тут маленький пока и справится. Так, отлично. Сбросили. Главное, чтобы они все не пошли с чем-нибудь более тяжелым и страшным. Ай, не туда посадила. Так, ладно, придется использовать кого-то еще. Вот, например, этого. О, смотрите, как здорово. Как хорошо, что можно кого-то развернуть вспять. Ну же, еще грибы. Давайте побыстрее как-нибудь, а? Отлично. Вот у меня еще один есть. Так, и могилоед мне нужен, потому что сейчас как пойдут. О, замечательно. Теперь я могу накапливать солнышки, но у меня как раз пошла волна. Ай, все. Бегом, бегом, могилоед, доедай. Доедай, доедай, доедай. Ой, тут самый главный пошел. Так, надеюсь, что мне все-таки повезет. Ой, смотрите, ведер нету. Так, мы справимся. Мы справимся, мы справимся. Вот сюда уже можно могилоеда ставить. Смотрите, о, все, погнали. Вот, ешь его. Надеюсь, что у тебя получится. Бам-бам, бара-па-пам-пам-пам-пам-пам, бара-бара-па-па-па-пам. Ого, эти танцоры такие более
сильные. Так, все, могилок больше нету. Отлично, ребят, по-моему, команда грибов прекрасно со всем справляется. Как вы думаете? Давайте, давайте. Может, еще одну линию высадить обороны. Во, например. А то, что это у меня солнышек, целая гора. А я никого высадить не могу. Во, отлично, еще один гриб. Ну, дальше садить, я думаю, не следует, потому что они не доберутся. Ну, давайте, малыши-грибочки. О, тут целая система, целая толпа. Так, ну, малыши-грибочки, чего вы так редко бросаетесь? Вот если мы посадим вот так, слушайте, так классно, мне так даже больше нравится. Ура! Смотрите, ребята, моя команда справляется. Не-не-не, не получится у тебя ничего жевать. Не получится. Вот. И вот так, хорошо. И сюда одного, хорошо. Сейчас будем справляться. Так, а тебе, приятель, надо съесть кого-нибудь. Вот я прям чувствую. Так, ай-яй-яй, кого едят? Никого пока не едят. Хорошо, здесь выкапываем маленького грибочка и садим более сильных, более смелых. Класс! Смотрите, трусогрибы оказались такими смелыми за толпой здоровых, красивых и симпатичных толстеньких грибочков. Не помню, как они называются, даже дождевики похожи мне. Дымогриб, во! Точно, дымогриб, вот, ешь его. Танцор, давай ешь, танцор, ешь. Так, давайте мы их всех заморозим, а почему бы и нет? Во, разбирайтесь, ребята, разбирайтесь! Друзья, ну, честно скажу, главное, правильная стратегия. Вы посмотрите, какая потрясающая победа! Давайте посмотрим, сколько там. О, ну, 12, что, всего 500 золота дает? Да ну, это же даже не серьезно. Я хочу продолжить. Да, нет, зачем новую? Я хочу дальше. Во, мне нравится дальше играть, чтобы завоевывать все на свете. Ладно, надеюсь, это... фонарик. Слушайте, точно, я же могу этот фонарик осветить. Вот, смотрите, какие у меня тут зомби. Так, ладно, попробуем. И сразу вот сюда. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Так, здесь у меня где-то точно будет Гаргантюа. Вот я прямо чувствую. Фонарик осветил зомбачков. Ай, плохо дело. Ладно, пока он дойдет, я поставлю сюда кого-нибудь. А, стенорешек. Так, где же тут ставить? Так, ладно. А здесь? Да что ж такое, придется на каждую линию ставить. Ай, ай, нет, только не это, только не это, только не это. На каждую линию, нет, 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 нет. И на каждую линию, да. Вот так вот будем ставить, а что делать? Я, наверное, неправильно поставила. Да, но он замедляет как бы. Так, здесь надо было бы поставить кого-нибудь, вот. Один сюда, проходи быстрее, вот, справляйся с ним. И с этим, я надеюсь, ты справишься. А, надеюсь, что здесь не Гаргантюа. Нет, здесь кабачок, причем мне нужен кабачок где-то в другом месте. Так, кто здесь? А, здесь съедят, хорошо. А здесь кто? Здесь вот, может быть, не дойдет, может, повезет. Так, может быть, не дойдет, может быть, повезет. Ну, я думаю, мина, вот так. Если с этой, будет Гаргантюа, что я буду делать? Еще один кабачок, значит, поставим еще один кабачок. А если с этой, ура, повезло, нам повезло, там нету Гаргантюа. Так, мина пока не вылазит, тристрел. Слушайте, ребята, мне нужна защита, ладно, я возьму на этой линии. Еще один тристрел, да что ж такое-то, да на этой линии. Все, давайте, стреляйте в них. Уху, получается! Так, ну что? Слушайте, что нету Гаргантюа? Да такого не может быть! О, вот Гаргантюа! Бух! Мина, готовь! Готовь! Я должна! Давай! Бух! Есть! И здесь справится кабачок! Ребята! Я справилась! Это третий страйк у меня, представляете? Ну что, давайте попробуем четвертый страйк. Может быть, получится. Так, ну что ж,
Давайте попробуем. Вот. А, плохо дело. А, еще хуже. Так, ладно. Будем сбивать как-то. Вот тут хорошо. И здесь, надеюсь, будет кто-то качественный. О, супер. Отлично. Здесь должны справиться. Ну, что у нас тут? О, я что-то так переживаю. Так, ледяной, он замедлит его. Отлично. Так, тут мы тоже справимся. Три стрел. Тут у нас кто? О, потеряла одного. Вот это похуже будет. Ну что, давайте по одному. А, стенорех. Ладно, сюда поставим. Итак, готов? Еще один зомби справится. Еще один зомби справится. Еще один зомби. Нет, здесь не зомби. Но здесь тоже справимся. Итак, раз. Один все равно справится. Пока дойдет, справится 100%. Здесь гаргантюа. Вот это плохо. Вот это прямо очень плохо. Так, еще один. Мелкого бросил. Нет, только не это. Мне нужно что-нибудь. Давай. Ай, мелочь. Все, мелочь меня съела. Так, да что ж такое? Ладно, я хочу попробовать снова. Может быть, у меня получится. Так, у меня, кстати, есть грабли. Я их только первый раз увидела. Так, давайте ставить. Я думаю, что нам повезет. Надеюсь. Так, куда же тут поставить-то? Даже не знаю. Надо, чтобы все были. А, вот это плохо. И это плохо, и это очень плохо. Ай-яй-яй. Слушайте, что ж так плохо-то? Ладно, будем садить мину. Гаргантюа! Я так и знала. Сейчас он опять скинет этого. Сейчас мы его замедлим. Ай, что ж такое? Что я натворила? Так, мне нужен кабачок. Давай. Бух. Есть, гаргантюа справились. Но будет бух. Еще один кабачок. Давай. Бум! Мы с гаргантюа справились! Ой, подождите, с гаргантюа-то мы справились стоять! Ай-яй-яй-яй! Да, вот это глупо! Ну да что ж такое! Пока я разбиралась с гаргантюа, меня съели мои мозги другие зомби. Так, надо быть повнимательней. Итак, кабачок. Давайте мы подумаем, что гаргантюа будет с этой стороны. Ну правильно, но откуда он еще может быть? Вот везде зомби одни, представляете? Так, давай справляйся. О, да, это будет весело, я вам скажу, честно говоря. Так, что здесь? Опа, разброд и шатания. Итак, ну давай, высвети гаргантюа. Нет, здесь нету гаргантюа. Хорошо, но с этими мы просто обязаны справиться. Эй! Так, стоп, мне нужен кто-нибудь на эту линию. Потому что я даже с малыми боюсь, что не справлюсь. А, ес, да ну вас! Съел. Вы представляете, взял и съел. Это вообще мыслимо. Он съел моего три стрела, мою самую главную защиту. И опять съел мне мозги. Нет, так не годится. Мне это совершенно не нравится. Вот, давай разбирайся. Сейчас бух сделает. Ого! Ну, зато на каждую линию смогу поставить по многострельчику. Это уже хорошо. Так, надеюсь, что здесь нету гаргантюа. Отлично. И это хорошо. Так, давайте здесь. Да что ж такое? Ладно, тоже на каждую линию будем пытаться выставлять. Значит, где-то здесь будут зомби. Так, с этим зомби Да ну вас! Сейчас на середине, как назло. Так, у меня есть вишенка. Нет, у меня еще нету вишенки. Да, ой-ой-ой, прямо беда, ребята, я вам честно скажу. Так, ладно, будем защищать скорострельчика. Так, и так, хорошо, вот так. Значит, у нас вот эта линия самая незащищенная. Еще три стрел, вот, на эту линию ставим всех. Ай! Так, кабачок! А если там будет гаргантюа? Нет, слава богу, здесь нету гаргантюа. Так, хорошо. Есть. Давай. Вот он, гаргантюа. Не того, ребята. Это была глупость. Это была ужасная глупость. Ай-яй-яй-яй. Что тут у нас? Два зомби. Ну вот, мы не пройдем, потому что гаргантюа очень сильный. Мы хотя бы его замораживаем. Ну, давайте посмотрим, что будет, если мы вот тут... Давайте, стреляйте в гаргантюа, стреляйте. Ай, видите, как плохо, когда не туда попали. Вот сейчас, если гаргантюа... Кого-нибудь, ну же. Неужели с ним справляются только кабачок? И почему мне не дали с
Солнышек! Ну вот, теперь меня съест Гаргантюа. Нет! Не съел! Вау! Я его победила! Вау! Это же классно, ребята! Так, попробую еще разочек, но теперь либо пан, либо пропал. А вы пока напишите мне в комментарии, что будет. Проиграю, либо одержу победу. Пишите быстренько, а я пока попробую. Так, кабачок. Ой, даже не знаю. Давайте на вот эту линию. Еще солнышко. Может, тут будет два Гаргантюа? Так, мне нужен какой-нибудь Тристрел. Так, вот это плохо. Бах. Он сейчас делает бах. Еще один Тристрел. И какой-нибудь замедлитель. Во. А теперь мне нужен один многострел вот сюда. Ой, мне нужен еще кто-нибудь здесь. Так, справляемся, справляемся, справляемся. Ну же. Так, хорошо, с кем мы не можем справиться? Вот, подходит, надо помощь. Надо помощь со всех сторон. Так, и здесь подойдут. А, еще надо помощь, съест. Съест его. Съест. Да что ж такое? Не, не съел, отлично. Так, и вот, все, все видно. Все сразу стало на свои места. Давайте мы поставим. А если здесь нет, здесь никого, но мы вот поставим. Так, еще кого-нибудь поставим. Так, и еще. Ай, плохо дело. Испортила все на свете. Но здесь никого нету. Что же делать? Ладно. Так, с этим попытаемся справиться. Еще сюда. Еще сюда. Так, здесь у нас, я боюсь, что здесь будет Гаргантюа, и мне... А, нет, здесь не будет Гаргантюа. Так, ну мы справляемся, ребят, честно справляемся. Но вот в какой будет Гаргантюа? Как вы думаете, вот тут или там? Ладно, поставим здесь. Эй, не вы... Во, отлично. Так, ну что, поехали. Вот он, Гаргантюа. Хорошо. А, нет, да что ж такое? Нет. О, ес. Ес, получилось. О, победа. Ну что ж, друзья, я прошла целых 5 уровней, вы представляете, это было здорово, но я не получила ни одной монетки. К сожалению, нет смысла играть, если ничегошеньки, ничегошеньки не получаешь. Или мне нужно все время начинать сначала? Пишите мне об этом в комментариях, обязательно. А еще не забывайте подписываться на канал Болтушка-Веселушка, жать колокольчик и приходите ко мне почаще. Чао, катау!